В данном случае мы видим, как благодаря, в том числе и вашему труду, преображается город, становится более красивым, появляются новые, памятные, наполненные смыслом точки. Мы большую работу сейчас проводим по преобразованию Петропавловска-Камчатского. Принят мастер-план развития города, и одна из его идей основных в том, что город должен сам по себе быть развитием, побуждать людей развиваться. В данном случае тот памятный знак, который сегодня установлен, уверен, будет побуждать людей задумываться о том, что ценность правопорядка, соблюдение закона, безопасности в нашей жизни, безусловно, является базовой и первичной. И, конечно, очень приятно, что это ключевое место в городе, берег Култушного озера, переход на стадион «Спартак». Если мы обратимся к первоначальным планам, то здесь предполагают строительство автомобильной дороги. Мы специально осознанно отказались от нее, и я уверен, что это сегодня мы понимаем, что вдвойне верное решение. Вместо автодороги, на которой бы двигался автомобильный транспорт, здесь привлекательное место, в котором будет стоять, уверен, многие десятилетия, столетия, памятник, посвященный работникам прокуратуры, памятный знак, и призывать граждан к правопорядку, ну а также способствовать украшению нашего города. Еще раз с праздником вас и спасибо за открытие такого важного памятного знака у нас в Петропавловске.